да, убежала. И шла к этому. Мам. Так, копаем картошку. Потемнело, похмурело. И в потемках, потому что днем очень жарко. Вот здесь на поле мы выкопали. У нас еще на поле участочек. Вот у меня такие помощники тут с лопатами. Картошка, конечно, не очень. Сейчас я раскопаю кустик. Набрала вон это, выбрала пожирнее ботву, картошку чтобы, раскопали. Да, раскопать. И получается, сейчас покажу. Выкапываем медведку, картошки много сожратой. Ни разу мы ее не поливали, поэтому она у нас вот такая вся сухая. Но какая уж есть. Так, вот ведро накопали. Всякое разное. А вот, ой, вот такие у нас тут живут. Кидала я отраву медвитокс, и все равно вот она живет. Выкопали много пожратой картошки. Да. Степка, ты лопату все больно большую взял. Я это маме. Да, вот здесь даже у нас... Это маме. Маме? Да. Эти цинии. И то вон все, видите, засохли от жары. Воды не хватает поливать. Здесь вот сейчас немножко побрызгало баклажаны. Баклажан полно, высокие. Но листья все сухие. Сейчас раскопаю картошечку, вам покажу. Угу. Ух, сколько тут ее много-то, мама дорогая. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот. Вот. 2, 4, 6, 8. Половина зеленая. 10, 11, 12. Но это мелочь. Эту на помойку. Она непонятна вообще. Мам, сейчас раскопаем я дальше. Я уже хочу тут копать. Ой, какая ужас тут такой. Хорошая. Мелочь одна. Ну много. Много, смотри сколько. Но мелкая. О, картошка. О, покрупнее. Попалась. Смотри-ка. Пол ведра, наверное, с одного этого куста. Ну, мелкая. Ты ее засыпала песком, землей. Потом ее переберем. А я лопаткой сейчас поковыряю. Ой, сделай паузу, дай мне лопату. Все. Сними ее, Лиза. Чтобы меньше разговаривала. Съемка. Да. Где ветка? Где ведро с ветветкой? А? А где ведро с ветветкой? Вон оно за картошкой. Вон, вон маленькое ведерко. Его надо на плиточке. Вот. Ой. Так, сейчас мы теперь лопаткой покопаем, посмотрим. Что там у нас осталось? О, осталось еще. Ты вон ведро покажи, есть там? О! Какой и подарок. Выкопала. Подарок от фирмы. Ой, земля, кирпич. Нет, я печку просила. Почти все. Но я нашел картошку. Ну, наверное, больше нет. Сейчас еще вот этот корень, который... Вот там маленькая картошечка. Показалось. А здесь нам нету. Вот с двух. Пол ведра. О, там вон маленький. Пол ведра. Вот такая вот радость. Но мы этой радости рады. Ой. Такое лето, что. Ну, там сейчас другой куст вот будет. Все, наверное. Ну все, выключай, покажем им, сколько мы копали. Все, ура, картошку выкопали. Всю? Да, всю, нету больше. В потемках копали. При свете, днем жарко. Мы вот ночью, посмотрите. А да. Мы начали ее копать? А мы копать начали. Нет, здесь-то мы начали часиков в 6 ее копать. Какой 6? А во сколько? В 7? Ровно или в 7-10. А сейчас? Время 9. 9. Ну 15. Вот, 2 часа. И все.
Ну, здесь, земля как камень. Здесь немного, да, земля как камень, и темно, но зато не жарко. Зато не жарко, красота. Да, а кто на велосипедах? Вот, пыль стоит столбом, и кругом у нас свет. Сейчас пойдем посмотрим, сколько накопали. Во, накопали сколько картошки. Ну, картошка так, фигня. Ну, не знаю, бывает вся разная попадается. Ой, ее надо вот так рассыпать, здесь сохнет. А потом будем уже перебирать в коробки, в Москву. Какая плохая на еду, какая вообще совсем мелкая на помойку. Вот такая картошка. Черт чего, конечно. Но есть и хорошая, есть и чистенькая, есть беленькая, есть крупненькая. Всякое разное, как всегда.